Убирать город надлежащим образом мешают припаркованные машины. Речь идет об узких улочках, где техники из-за стоящих автомобилей просто не проехать. Такая ситуация сложилась на улице Псковской. Этот участок сегодня в плановом режиме должны были убирать городские коммунальщики, но сделать этого не удалось. С 8 утра уборочная техника работает на улице Псковской на участке от Ленинградской до Возрождения. Но убрать снег возможно только с парковки у торгового центра. На остальной территории мешают припаркованные машины. Хотя о том, что на участке будут идти работы, жители предупреждали заранее. Были оповещены и управляющие компании, все через средства массовой информации граждане. То есть сегодня мы хотели комплексно убрать улицу, чтобы она была у нас в надлежащем состоянии. Но как мы видим, никто у нас, водители, не отреагировали, машины стоят на прежних местах своих, и уборки надлежащим образом выполнить не представляется возможным. И действительно, на всех близлежащих домах развешаны объявления, но, видимо, жители их проигнорировали. Причем некоторые автомобили, судя по снежным шапкам, стоят здесь очень давно. И улица Псковская не единственный проблемный участок в городе. Такая же ситуация, например, на Ярославской. Опыт показывает, чтобы надлежащим образом убрать город, необходимы более жесткие меры. Установка временных знаков «Стоянка» запрещена и привлечение сотрудников ГИБДД. Вопрос находится на рассмотрении в департаменте. Юлия Савинцева, Михаил Прищев, Вологда портал.